Всем привет, дорогие дамы и господа. Мы сегодня с вами находимся в новом заведении нашего города, которое называется Гастропаб Лукас. Давайте я вам покажу небольшую экскурсию по этому заведению. Итак, мы сейчас находимся в общем зале. Зал разделен на два этажа. Можно посидеть как на первом этаже, так же, как и на втором. Здесь находится сцена. Тут по вечерам проходит живая музыка с 8 до 11 часов. А в 9 часов вечера, прямо в центре зала, проходит огненное шоу от шеф-повара этого заведения, где он показывает блестяще, как он готовит стейки, разрезает их и угощает гостей. Фишка этого заведения является открытая кухня, где шеф-повара готовят на хоспере свои вкусные стейки. Я бы хотел вам презентовать мясо тибон стейк, стрипбой, ковбой стейк и стейк с кониной. Смотрите, тибон стейк, он уникален тем, что здесь два вида мяса. Мы его маринуем, готовим на хоспере. Аромат шикарный. Любую прожарку можем сделать. Здесь уникален тем, что здесь два вида мяса. Заказываем один стейк, получаем два вида мяса. То есть тендерлоин и стрипбой. Также у нас идет стрипбой. Это у нас компания Мираторг, российская компания, очень хорошее мясо, то есть немного мраморности есть, и я бы рекомендовал прожарку даже medium rare, то есть можем любую прожарку сделать. Дальше у нас идет ковбой стейк, он уникален тем, что он берется с 5 по 12 ребра строго, больше с другие части тела не берется, то есть другого ребра не берется. Жарится прожарка, тоже рекомендую прожарка medium rare, medium. Я бы порекомендовал. Я вообще называю король стейков. Он шикарный вообще. Дальше идет стейк с кониной у нас. Рибай без кости конина. Он тоже уникален, его можно любую прожарку сделать. Сегодня приготовим мы ковбой стейк. Сделаем прожарку медиум. И в зале выйдем прям в зале доготовим и сделаем шоу. То есть вообще фаер-шоу, там немного пожарим. Сделаем все так, классно будет, шикарно. А готовите на сковороде, либо же как вот стейки? Это готовим мы на хоспере. Ага. Здесь уникален тем, что он вообще на углях, готовится на березовом угле. Шикарный аромат получается, и можно прожарить любую прожарку. То есть от блюре, значит, заканчиваем груда. Всего в нашем заведении 8 кабинок, из них 2 караоке, а 6. Так, ну что, ребят, принесли, значит, стейки. Сейчас будем пробовать. У меня получается стейк ковбой. Давайте посмотрим на обжарочку. О, какой мягенький, плотненький такой, отличный. Так, о, отлично. Вот он, сок есть. Вот он, сочная. Отлично. И пробуем кусочек. Очень вкусно. Стейки очень сочные и вкусные. А еще здесь контактный бар, где в баре можно выпить как чашечку кофе, так прохладительные напитки, ну, либо же алкогольные и безалкогольные коктейли. Здесь их более 20 видов. Всего в нашем заведении 8 кабинок. Из них 2 караоке. Остальные что-то говорить. Давайте пройдемте на второй этаж, и я покажу вам, какие здесь есть кабинки. В данном заведении всего 8 кабинок, 2 из которых это караоке-кабинки, и 6 это уже более простые, если же просто хотите посидеть, без песен и танцев. Сейчас мы находимся в самой большой караоке-кабинке, где
она может разместить 30-40 персон. И это является караоке-кабинкой. А еще здесь, что интересно, каждая кабинка звукоизолирована. И то, что происходит в кабинке, не слышно ни как в коридоре, ни в соседних кабинках, ни в общем зале. В общем, сидите в полной тишине, наслаждаетесь атмосферой, поете, отдыхаете. Ну что ж, дорогие дамы и господа, вот такое вот новое место нашего города. Приходите и оцените сами.